Right to Life presents. Трудно представить себе огромное количество бездомных собак по всему миру. Цифры ошеломляют и весьма обескураживают. К сожалению, не всем этим собакам посчастливилось быть спасенными или найти уютный дом с любящими и заботливыми хозяевами. Многие проводят свою жизнь в тяжелых условиях на улицах. Тем не менее, время от времени добросердечный человек предлагает бездомной собаке шанс на новую жизнь, ту, которой у нее никогда не было. Это история о человеке, который спас маленького щенка, дав ему возможность начать все сначала, ведь каждый заслуживает права на жизнь. В особенно жаркий день добросердечный мужчина, прогуливаясь, наткнулся на бездомного щенка в пустынной местности, который, казалось, ждал, что кто-нибудь поможет. Разумеется, его шансы встретить тут кого-то были невелики, а выжить без еды и воды такому крошечному малышу было просто невозможно. Когда он приблизился, волнение щенка стало ощутимым. Ее хвост энергично завилял, и она тут же принялась ласково обнимать мужчину. Понимая всю сложность ситуации, мужчина тут же накормил малышку. Щенок был настолько голоден, что после того, как съел то, что ему дали, начал в траве искать еще что-нибудь съедобное. Мужчина был глубоко тронут ее голодом и дал ей еще еды. Он также заметил отсутствие у нее в некоторых местах шерсти, что свидетельствовало о суровости ее жизни на улице, что весьма обескураживало мужчину. Не зная, как лучше поступить, он подумывал отвезти ее в приют. Но в приюте сообщили, что если в течение некоторого времени щенок не находит хозяина, его усыпляют. Мужчину очень взволновал этот факт, и он решил пойти другим путем. Он вспомнил гениальные слова: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Раз так получилось, что он покормил и приласкал щенка, тем самым дав ему надежду, теперь он в ответе за его будущее. Он решил удочерить эту малышку, предложив ей шанс на новую жизнь в уютном доме. Для начала он свозил эту кроху к ветеринару, чтобы хоть немного понять, все ли с ней в порядке. Осмотр у ветеринара показал, что у малышки начала развиваться легкая анемия из-за клещей и ранней стадии чесотки. Возраст малышки был около 3 месяцев, и в остальном она была абсолютно здорова. Ей прописали диету и лекарства для лечения. С этой радостной новостью мужчина поехал домой. Придя домой, он еще раз кормил щенка и понял, что забыл дать ей имя. Недолго думая, он назвал ее Мия. Мия была красива, но вся испачкана в грязи, поэтому он ее хорошенько выкупал. Грязи на ней оказалось очень много, что было трудно сказать с первого взгляда. Очевидно, что на улице она, возможно, была уже очень давно. Мия совершенно не сопротивлялась этой процедуре. Она подставляла свою голову и животик под теплую воду. Она радостно начала вилять своим маленьким хвостиком, когда мужчина начал намыливать шампунь, нежно поглаживая ее по шерсти. Затем он завернул ее в полотенце и накормил еще. Щенок был так рад своему новому дому, что едва знал, как на это реагировать. Он явно не привык к такому обращению и вниманию. Мы безмерно благодарны этому мужчине за его огромное доброе сердце и, конечно же, рады за Мию, что она наконец нашла опекуна, который подарит ей любовь и начало новой жизни. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.